Здравствуйте! Представляем вашему вниманию набор научно-познавательных опытов «Робот-ящерица» из серии «Науки с буки» от компании «Бандибон». Набор предназначен для детей в возрасте от 8 лет. Познакомься с миром роботов, узнай, как они работают. Собери своего робота-питомца. У робо-ящерицы есть инфракрасный датчик, который запрограммирован на два режима – убегание или преследование. Если датчик активирован на режим убегания, робот автоматически будет реагировать и пугаться, расправляя свой воротник, открывая пасть и будет удирать от тебя, пока не отбежит на безопасное расстояние. Если же перевести ящерицу в режим преследования, то робот будет оценивать опасность, пытаясь запутать противника, раскрывая свой воротник и встряхивая им. Когда робот не чувствует опасность, он будет бегать за тобой, как обычный домашний питомец. Бандибон. Для ярких идей и веселых затей.